Едем дальше. Избавляюсь от самых дорогих. Ну, в общем-то, от всех можно избавиться. Ну, ладно, этого я оставлю. Ну, по крайней мере, есть танк. Будем бафаться, значит, усиленно. Че это у него? Интересно. Получается, я и сайленс на него наложить не могу. Раз он не может быть целью. Я имею в виду контрагончик. А, он не может быть моей целью. В любом случае, наверное. Нет, может. Потому что это была бы атака, а не Hero Power. Ну ладно, сейчас уже танк выйдет. Сайленс повесим на кобольда. Если не надо повесить. Надо повесить надо, но бить я начну не скоро. Все-таки пойти на размен. Нет. Вызов теперь будет стоить сумму 8, но это будет еще не скоро. Ну, в любом случае, мне бы не хватило. Нет, мне бы хватило на этого, но... Ну, зачем? Сайленсить некого. Такую. Можно было, конечно, шейп-шифт сделать.
Так, все минины заморожены. Смысл не сайленс. Точнее, а нет, это фрост. Сайленс. Это лол. Так что. Не такой уж бессмысленный. Так, я забыл напасть. А, она была заморожена, я не мог напасть. Все нормально. Ошибки не было, все хорошо. Так. Подходящий момент для сайленса. Конец хода. Может быть, я наконец начну его бить уже. Ее, его. Из-за заморозки еще ни одной атаки не смог провести. У нее еще есть фаербол, который сносит 6. Ну, может быть, есть. Так что мои минины весьма уязвимы. Ну или полиморф. Бить или не бить? Вот в чем вопрос. Или ждать этих двух? Ну ладно. My thanks to you. Сколько у нее фризов-то, а? Это уже третий фриз. Причем АОЕ фриз. А вот и фаербол. К счастью, у меня есть танки. Что даже если она его убьет, я в относительно защищен, если не нахожусь. Как всегда, в самом конце боя отсутствует возможности для добивания. Сейчас главное, чтобы она танка не вывела. Это тоже неприятно. Своя способность. Если ничего плохого сейчас не произойдет, значит, я наконец победил.
6 побед, 2 поражения. Следующий оппонент. Тот же самый персонаж. Справляюсь от дорогих заклинаний. Одна мана. Не имеет смысла его ждать. Надо, может быть, убит фаерболом. Я лучше не шейпшифтнусь, а бафнусь. Двойная монетка дается тому, кто ходит вторым, позволяет один раз взять единицу маны. Я пока не буду его убивать. Magic shall not save you. Я не могу не засайленсить минина. Вот в чем проблема. Я совершенно не настроен сайленсить своего волка. Так что. Your magic shall not save you. Да, зато он сам меня засадился. Ну, я вызываю атаку. Продолжаю атаку. В этом мана заканчивается. Ждем более подходящего момента для остальных карт. Вот этого я не понял. Думаю, это была ошибка. Проще было просто атаковать. Да. Сама признаю, что это была ошибка. В запасе еще
моя долга. Так. Кажется, я должен это убить. Ну как? Так, я могу сделать 9 маны. Да, я должен ее засайленсить. Так, это кто? Никто. Сайленс. Вызов. Аукцион. На этом мана заканчивается. Конец хода. И поскольку все были заморожены, бить я не мог. Silvermoon shall not fall. Это очень хорошо, что она бьет меня, потому что у меня есть возможность воспользоваться бафом. Так что, ну не сейчас, конечно. Не надеяться, она не убьет никого на следующем ходу. Просто думаю, шейпшифтнуться мне или нет. Пожалуй, все-таки шейпшифтнусь. Так, 3 плюс 3, 6. Хотя с учетом наличия у него фаербола, возможно, это были слишком сильные надежды. Так, шейпшифт, чтобы получить атаку. Savage Roar, чтобы всех бафнуть. Убираем. Так, кого мы убираем? Становлю себе здоровье. Такую. 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 К сожалению, опять не хватило единицы атаки, чтобы ее добить. Если она не вызовет танк, я добью ее собственными силами за счет шейпшифт. Победа будет за мной. What to do? What to do?
Тактическая карта, копирующая любого минина. I am the blade of the gods. Панически пытается убить всех моих минионов, однако... Поскольку у нее нет танка, даже если бы ей это удалось, ее это уже не спасет. А, она же получилась. Ну, значит, благодаря минину я все-таки выиграл. Седьмая. Два поражения. Ну, не будем делать паузу. Чем больше побед, тем лучше награда. Так что, может быть, в конце этой героической эпопеи меня ждут какие-нибудь хорошие эпики или легендарки. Награды это не обязательно, паки там могут дать пыль, золото. Так, убираю дорогие заклинания. Вставляю дешевое. Хожу вторым, что не может меня не радовать. Так. Job done. Пусть будет так. По крайней мере, она теперь не представляет угрозы для мощных каких-нибудь карт. Ну как угрозы? Мало ли. На самом деле, может быть, я это сделал вообще зря. Можно было не обращать на нее внимания, но... Вызов волка. Дело в том, что если бы я вызвал волка, на следующем ходу у меня было бы четное количество маны при нечетных заклинаниях. Поэтому я сделал то, что сделал. Вот. What to do? The elements will destroy you. А вот теперь я все-таки вызову волка. Наверное, его убьют, но если не убьют, то и ладно. Можно было разбить их по одному за счет шейпшифта. Но я слишком оттягиваю вызов существ. Танковый тотем. Вызываю минина, который сейчас будет убит, скорее всего. Так, ну, эти должны исчезнуть. Давайте я не могу, поэтому бью танка.
Так, неприятный, да? В принципе, можно. Ладно. Я не буду этого делать. Пускай пока бафается. У меня еще есть заморозка на будущее. Нужен ремовал, где много-много атаки. Какая хитрая карта. That's not about the part. You shall not pass. I'm waiting for no one. Job done. А совсем не радует меня этот берсеркер. Перебаханный. You love my new recipe. Что там будет? Начинал с ТТЛом что-то придумать. Кажется, настало время использовать метку. Как вот использовать ее теперь нет. The elements will destroy you. They'll never know what to do. Job done.
что я пока не вижу способов выиграть. Я не могу их всех брать с поля боя. What you want? Да, еще пришел-то. Вот это будет последний бой. Well played. Ну, в общем, все. Well played. My thanks to you. Конец. Колоду все-таки не очень собрал. Ну, по крайней мере, я одержал 7 побед, получая ключик.